Меня зовут Дмитрий Белинский, я режиссер нескольких короткометражных фильмов и собираюсь сейчас снимать свою новую короткометражную, опять же, работу. Для этого я приготовил вам небольшой шоурил, чтобы примерно понимать, как выглядит наш фильм. Это история о зацикленности. То есть, когда мы на чем-то зациклены, повторяем одно и то же действие, да, идем по какому-то пути неверному, оно всегда приводит к плохим последствиям. То есть, конкретно вот этот ученый, главный герой, он отправился в параллельный мир, чтобы найти любимую девушку, путешествовал по множеству параллельных миров. В итоге в одном из них он понимает, что он делал все это зря. И он делает выбор, искать ему дальше эту девушку, да, или закончить поиски и там начать какие-то другие исследования. Это понятная, простая история, но я решил поместить ее в параллельные миры. Также я добавил каких-то интересных особенностей. Например, там есть момент, когда главный герой пытается раскрыть пространственную память девушки. То есть не та память пространственная, которая всем известна, что человек, по которой человек ориентируется в пространстве, а память, связывающая несколько миров. Первое, куда мы будем отправлять фильм, это, конечно же, фестивали. Мы будем устраивать несколько показов, пускай небольших кинотеатров, да, все-таки это же короткометражный проект, это не большой экран, мы будем показывать их продюсерам. То есть мы будем отправлять различные продакшены. А с какой целью? Этот короткий метр соткан из полнометражного проекта. То есть в будущем будет сделан такой же полнометражный проект. Поэтому вот эта данная короткометражка, она является таким стартом. Что конкретно сделано? Написан сценарий, сделан режиссерский сценарий, еще подготавливается множество материалов для пиар-компании, то есть мы делаем
какие-то ролики, готовим информацию для СМИ и так далее. Ну, в случае чего мы будем проводить пиар через интернет, то есть там, где планируем вести сбор средств. А, еще забыл сказать одну вещь, что сейчас готовится, мы готовим эскизы, чтобы примерно понимать, как выглядит наш фильм.